Приветствую трейдеров компании A-Markets, кто смотрит мои сигналы и зарабатывает на них. Давайте посмотрим, что я подготовил вам на этой неделе. Есть очень хорошие сигналы. Кстати, на прошлой неделе все сигналы отработали у меня в плюс. Так что подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Там я делаю полный обзор с разбором новостей. Итак, поехали. Евро-доллар имеет вот такие вот линии поддержки и сопротивления. Очень вероятно, что очень хорошо себя отработает. В районе цены 1.02.314 линия сопротивления. Отсюда можно будет продавать и зарабатывать на падении. И линия поддержки в районе цены 1.01.498 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Канадский доллар. Вот после прошлонедельного всплеска. Да, кстати, очень хорошо тоже вся новость отработала на прошлой неделе. Была хорошая новость по Америке и доллар улетел в космос. Сейчас корректируется вниз. Если коррекция дойдет до линии поддержки, то в районе цены 1.285.94 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Синим квадратом я обозначу точку входа. Британский фунт к швейцарскому франку имеет вот такие две линии поддержки и сопротивления. Внизу линия горизонтальная. Имейте в виду, у нее ложные пробои могут быть достаточно сильные. Они уже были. Но тем не менее, линия хорошая, подтвержденная. Коррекция от нее, я думаю, будет хорошая. В районе цены вот 1.15.306 можно будет покупать. Если пойдем вверх, то линия сопротивления нас ждет здесь. В районе цены 1.17.003 можно будет продавать и зарабатывать на падении. Канадский доллар к японской иене движется к линии поддержки. Линия не очень сильная, потому что расхождение между первым и вторым минимумом достаточно сильное. А цена уже вот собирается приблизиться третий раз к ней. Но тем не менее, можно будет от нее купить с короткими стопами и короткими тейк-профитами. Канадский доллар к швейцарскому франку очень похож на евро. Также имеются две линии поддержки и сопротивления. Покупаем от поддержки в районе цены 0.74104. И если пойдем наверх, то в районе цены 0.74843 можно будет продавать и зарабатывать на падении. Британский фунт, как я уже говорил, он улетел вниз, укрепился, потому что доллар укрепился. И сейчас, если он пойдет вверх, дойдет до линии сопротивления, то в районе цены 1.21522 можно будет продавать и зарабатывать на падении. Но в том случае, если это случится до четверга, по-моему, в четверг будет новость по британскому фунту, сейчас мы ее рассмотрим. В общем, полный обзор по всем валютам, в том числе по нефти, по биткоину, смотрите у меня на канале, ссылочка в описании. Также подписывайтесь на Telegram, там я оповещаю всех о важных новостях в течение недели. А сейчас посмотрим как раз таки новости, какие, на которых можно заработать на этой неделе. Вот у нас понедельник, вторник достаточно спокойно, а вот в среду новость по инфляции. Если вы не знаете, как пользоваться этими цифрами, то просто смотрите фактическую новость. Если она будет зеленым цветом подсвечена, это хорошая новость, значит это укрепит доллар. Если красным, значит хуже ожидаемого, значит скорее всего доллар ослабнет. В четверг будет число первичных заявок на получение пособий по безработице. Традиционно волатильная новость, но изменения не сильные, поэтому какого-то конкретного движения ждать, я думаю, не стоит. И новость по британскому фунту в пятницу, да, я ошибся, не в четверг, а в пятницу. Новости не очень хорошие, то есть мы видим снижение ВВП, а это значит, что фунт может улететь еще ниже. Да, вот он уже улетел. Если он не успеет до линии сопротивления дойти до той, то он может еще ниже опуститься. Вот такие вот новости на этой неделе. Подписывайтесь на телеграм-канал, пользуйтесь моими сигналами, зарабатывайте вместе со мной. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.